очка для Уникса. Я жду сегодня от Алексея Шведа что-то. И бросок-то у него похуже, чем у Кларка. Швед от Анжушича уже ушел. Ой, конфетка. Тоже не промахивался. Очень важный момент сыграл в матче с Локом. Ой, браво, браво, Моня, браво. Да сегодня любой игрок выходит и приносит пользу. И в Униксе, и в Химках. А еще одна великолепная трехходовка в исполнении Химок. Ой-ой-ой. Браво. Подбор, который только застревает мяч у одного игрока Уникса. Вот во второй половине Химки делится мячом. Мы видим, как сейчас, например, Тодорович. Амал. Классную передачу. Хотя такие мячи может и забивать. А это уже Швед. Смотрите, как обкатывает. Отлично. Стоял и игрока не обыграл. Бросил. А вот... И потеря. О, как красиво. Обыграл Женю Воронова. Очень хочется, чтобы у нас в отечественном баскетболе Антипов, игрок с российским паспортом, вырос еще один универсальный нападающий, который хорошо защищается. Действенный план на игру. Тодорович один на один с Вильямсом. Левый полукруг решил бросить. Тодорович сегодня все забивает.